зовут Анастасия, я проект-менеджер компании Pulsar Expo, которая является производителем автобусов Torsus, который перед вами. Построенный данный автобус на базе шасси Manti GM 6,9 литров дизель, полный привод, данная модель полуавтомат, есть также механика. Таранный бампер вызывает восхищение, не правда ли? Высокий клиренс 389 миллиметров. Данная модель перед вами разработана специально для пограничной службы Украины. Таких автобусов планируется 9 единиц. Полное название Torsus Praetorian CCTV. Оснащен камерами, тепловизором, все для видеонаблюдения за нашими границами. Будет с западной стороны бороться с контрабандой. Давайте пойдем посмотрим, что такое камеры, тепловизоры и как оно должно работать. Обратите внимание на специальное покрытие автобуса. Если подойти его потрогать поближе, как наждачка. Проверяли это покрытие в лесу, царапали его листьями, ветками, невозможно повредить. Спиливает ветки, как наждачка. Высокий клиренс автомобиля позволяет ему пройти любые преграды, проехать любые броды. Все для того, чтобы он имел абсолютное название вездеход, внедорожник. Вы можете обратить внимание на верх автобуса. Установлена 5-метровая мачта, на которой вмонтированы тепловизор и камера оптическая. Дальность распознавания человека 6 километров, на транспортное средство 12 километров. Автобус состоит из 4 отсеков. Технический отсек, который можно обойти, посмотреть сзади автобуса. Внутри установлен дизельный генератор, 6 аккумуляторов, блок кондиционера. Все запитано в топливный бак. Размер топливного бака 300 литров. Дизельный генератор, 6 аккумуляторов, блок кондиционера. Можно дооборудовать всем, чем угодно. Сверху видно одну заднюю камеру, ну и, соответственно, сама мачта. Высота мачты от пола 5 метров. Поворачивает во все стороны, влево, вправо, вверх, вниз. Абсолютный обзор вокруг. Пройдемте дальше. Также вы можете видеть лестницу, которая позволяет добраться наверх. Выдержит любой вес человека. Автомобиль не бронированный, создан из композитного пластика, это обшивка. Также должна отметить то, что автобус абсолютно не переворачиваемый. Наш автобус проходил сертификацию в Европе, его тестировали, и угол наклона 33,5 градуса, что есть просто невероятно для таких автобусов. Данные тесты проводятся не просто, автобус ставится и вертится, туда садятся манекены с налитой водой по 70 килограмм каждый. Мы тестировали точно такой же пассажирский на 37 мест, и угол наклона 33,5 градуса, это действительно очень впечатляюще. Пройдемте вовнутрь. Внутри автобус поделен на зоны. Разрешите. Здесь мы видим две полки, где можно отдохнуть. По правую сторону от вас стоит микроволновка, стоит чайник. Между прочим, этот аппарат предназначен для проверки паспортов. Считывает информацию с паспорта по базе, автоматически пробивает. В Европе используется вот это оборудование. Здесь очень много места, можно дооборудовать какими-нибудь холодильниками, все что угодно. Здесь мы видим рабочую зону, рассчитанную на 2 человека. Установлены мониторы, транслируют камеру, которая установлена на мачте. Также тепловизор. Управляется это все легко и просто джойстиком. Отодвигаем, приближаем, удаляем. Вот примерно так, не буду лишний раз трогать. IP-телефония, спутниковая связь, рации, сервера, записывается видео с камеры, сохраняется на сервере, отправляется в главный штаб, например. Куча места для хранения личных вещей, всякие ящички, тумбочки. Можно дооборудовать автобус, можно эти места заменить чем-то другим, можно что-то установить. Также сейф для хранения оружия.
автономный обогрев, также кондиционирование. Вот здесь можно увидеть обогрев, кондиционер. Здесь мы с вами видим кабину водителя. Она закрывается отдельной дверью, чтобы не мешать друг другу, так сказать. Место для водителя и двух пассажиров. Данный автобус Торсус разработан и придуман нашими украинцами, владельцы компании Pulsar Expo Украинцы. Собираем автобусы физически в Словакии, наш завод пока что. В будущем планируется часть производства перевести в Украину также. Вы можете видеть на окнах, в силу того, что стекла очень толстые, дополнительный обогрев стекол. Автобусы Торсус вы можете заказать любой комплектации, начиная от обычного 37-местного пассажирского до кемперов. У нас есть очень большой каталог с разными вариациями на тему автобуса. Ваше техническое задание – наша реализация. Заходите на сайт Torsus.eu, вы увидите множество видео, тест-драйвов, больше информации, конфигураторы. Вы можете сконфигурировать автомобиль, который вы бы хотели получить на выходе. Спасибо огромное за внимание. Заходите на сайт. До свидания.